На космодроме готовится запуск очередного космического корабля. Мощная ракета должна вывести на околоземную орбиту космический корабль, сообщив ему огромную скорость, почти 8000 метров в секунду, так называемую первую космическую скорость. Она в десятки раз больше скорости реактивного самолета и более чем в 5 раз превышает начальную скорость артиллерийского снаряда. Для достижения первой космической скорости ракета должна выходить на орбиту с очень большим ускорением, в несколько раз превышающим по величине ускорение свободного падения. Космонавтам, которые полетят в космическом корабле, предстоит испытать при выводе на орбиту значительную перегрузку. Перегрузка. Что это такое? При каких условиях она возникает? Давайте разберемся. На тело человека в обычных условиях действуют две силы. Сила тяжести и упругая сила со стороны опоры, реакция опоры. Сейчас в неподвижном состоянии эти силы уравновешены и, следовательно, равны друг другу по величине. Эти две силы деформируют тело, сжимают туловище и ноги, растягивают руки, но организм привык к этой обычной деформации. Мы не замечаем ее. При движении вверх с ускорением реакция опоры становится больше. Тело деформируется сильнее, голова сильнее давит на плечи, туловище сильнее давит на ноги, руки растягивают плечевые суставы. Человек испытывает непривычное состояние перегрузки. Важно отметить, что перегрузка возникает только при движении с ускорением, когда реакция опоры превышает силу тяжести. Сейчас при равномерном движении перегрузок нет. Перегрузка возникает и при быстром вращении. В этом случае реакция опоры может значительно превышать по величине силу тяжести. Ведь реакция опоры сообщает телу центростремительное ускорение. На такой центрифуге тренируют космонавтов. Все быстрее вращение, растут перегрузки. Но надо тренироваться, ведь перегрузка ждет и в космическом корабле. Космонавты в кабине космического корабля. Скоро старт. При вертикальном взлете перегрузку легче переносить в специальном кресле, почти в горизонтальном положении. Космический корабль выходит на орбиту.
Когда космический корабль получит нужную скорость и направление, двигатель выключается. Начинается орбитальный полет. Наблюдатели с Земли могут увидеть и даже сфотографировать космический корабль на ночном небе. Там, в высоте, освещенный Солнцем, он кажется нам звездочкой, летящей на фоне привычных созвездий. В орбитальном полете на космический корабль действует одна лишь сила тяготения к Земле. Она сообщает кораблю центростремительное ускорение. Минимальная скорость, которая нужна космическому кораблю для полета по круговой орбите у поверхности Земли, называется первой космической скоростью. Она составляет около 7,9 км в секунду. Для наглядности, траектория космического корабля показана более удаленной от поверхности Земли. Сила тяготения все время перпендикулярна направлению скорости, и поэтому не изменяет ее величину. Корабль по круговой орбите движется равномерно. Если при выходе на орбиту космическому кораблю сообщить скорость большую, чем первая космическая, то траектория движения становится эллиптической. Ближайшая к Земле точка ее называется перигеем. Самая дальняя — апогеем. Теперь вектор скорости не перпендикулярен силе тяготения. Ее можно разложить на две составляющие — нормальную и тангенциальную. На участке от апогея к перигею тангенциальная составляющая силы тяготения направлена вперед по движению и увеличивает скорость. На этом участке тангенциальная составляющая направлена против движения и тормозит его. Таким образом, скорость полета наибольшая в перигее и наименьшая в апогее. Пилотируемые космические корабли на околоземной орбите движутся обычно по слабо вытянутому эллипсу. При движении космического корабля плоскость орбиты сохраняет свое направление в пространстве, а земной шар вращается, поэтому каждый следующий виток корабль проходит над другим участком земной поверхности. Точки земной поверхности, над которыми пролетает космический корабль, образуют линию, называемую трассой спутника. Смотрите, каждый следующий виток над другим местом. А вот как выглядит на самом деле Земля, снятая кинокамерой, установленной в космическом корабле.